С наступлением летнего сезона участились жалобы и заявления граждан о нарушении тишины и покоя в ночное время. Вызванные управлением водителями транспортными средствами обладали нестандартными глушителями, издающими звуки повышенной громкости. С целью недопущения данных деяний проводятся рейдовые мероприятия профилактического характера, направленные на выявление таких водителей и пресечение им нарушения тишины и покоя в ночное время. Данным водителям принимается две статьи закона. Это 44-й закон Приморского края, который запрещает с 22 часов вечера до 6 утра управление транспортным средством, оборудованным нестандартным глушителем, издающим звуки повышенной громкости. Также статья Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях 8.23. Это превышение допустимого уровня шума. Ну, у нас задача прежде всего результат не количественный, а результат качественный, чтобы на улицах нашего города в ночное время было тише, чтобы люди у нас отдыхали спокойно. И не было у них проблем, связанных с такими родителями. Кольце фуникулера водитель не справился с управлением, совершил столкновение с дорожным знаком и съезд на обочину, после чего попытался скрыться, был задержан нарядом ППС.